Депутаты Европарламента сегодня приняли резолюцию об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму. В ЕС напомнили, что государство, которое фактически контролирует аннексированный полуостров, обязано соблюдать права человека. Евродепутаты призывают Москву открыть доступ для экспертов и наблюдателей из ОБСЕ и ООН, а также освободить всех незаконно заключенных украинцев. При этом в Брюсселе отметили, что признают территориальную целостность Украины и обеспокоены продолжающейся милитаризацией Крыма со стороны России.